славу. Она вызывает уборот прав бывшего Советского Союза. Так, ясно. Вот от него просто больно. Вот больно в ушах. 12 литров рабочего объема. Запись. Записи просто 3 литра. Но вы видели, насколько сложно этой машиной управлять. Огромные задние свиты. Это спикер. Американский провод. Сработали стартовые огни. А я вот скажу, что, наверное, это был лучший заезд Дмитрия Саморукова за рулем этого промода из тех, которые я наблюдал.